Всем привет, с вами Артур, и мы продолжаем проходить God of War, первую часть. Все еще в темпле находимся, ищем ящик Пандоры. Ой, ой-ой-ой, что это такое? Небезопасно как-то. С такой-то камерой уж точно. Так, вижу рычаг. Вижу ящик. Вижу два рычага. Но в целом понятно. А, ну конечно. В таких маленьких закоулках они выглядят слишком большими. Угу. Не, давайте сначала повзаимодействуем с рычагами. Ой, ну замечательно. Ну, я думаю, это все на время, так что надо... Что за херня? Ну, ладно. Ну, главное, что открыли. Вот это будет весело. Эй, какого черта? Ну, это-то простенько. Интересная лестница. Как же я не люблю все это, лазишь и они лезут. Хорошо, что хоть за ноги не цепляются, как на канате. Вот как я задеваю вон того, например. Это большой вопрос. Так, а что тут у нас? Понятно. Что-то все же нашли. Не так, чтобы много, но неплохо. А наверху ничего нету. Ха-ха.
Ну, не знаю, наверное, немножко, конечно, копится красные сферы. Так, а тут что? Угу. Ну, по цепи я, наверное, могу спуститься. Когда справлюсь здесь. Я думаю, треугольник будет с этими щитами справляться. Если мне, конечно... Что происходит-то? Блин, как же они стреляют больно. Да. Какого? Это что за херня была? Мне их еще и быстро надо убить. Вот это славно. Может быть, нельзя... бить по этому полу, чтобы он не ломался. Да я без понятия, что делать. Ну, все хорошо. Я ж выбрал, нет? Явно брал. Ну, здорово. Зачем только нам эта дудка? Буду ее называть дудкой, потому что... Она явно как дудка. Что? Так я могу туда допрыгнуть или нет? Что за бред? Надеюсь, дудка у меня уже есть. Хотя стоило бы проверить. Попробуем еще раз прыгнуть. Thank you.
О, как замечательно. О, назад-то еще веселее. Да-да-да. Да чтоб вас... Что мне делать с дудкой? Ну, я сейчас разобьюсь. Нет, я не разобьюсь, потому что... Ну, не нарваться было бы. Так, ладно, похоже, мне все же надо что-то там делать. Как удачно прошел. Ну что, проверим, сделали мы там все или нет. Если, конечно, он прыгнет на чертову цепь. Но он не хочет прыгать на цепь. Эй. Ну, надеюсь. Ладно, я могу сделать так. Если драться ни с кем не надо. На этот темпл, конечно, жесток. Ну, мы наверху, и что мы тут увидим? Прошли мы это место или нет? Да вы издеваетесь, ну что за бред, ну что за говно, ну как так может быть? Не с полным здоровьем, удачи мне просто пройти это все. Угу, угу. Нет, не бей ее! Не бей ее, пожалуйста! Нет! Ну все, сейчас провалимся. Так, подыхай, пожалуйста, я не хочу делать все эти круги по новой. Ах, еще раз. Я взял ее. Ну хоть коробка восстановилась. Раз. Раз, два, три. Понятно. Раз. Раз, два, три. Четыре. Да что это за говно? Я не понимаю этой системы вообще. Ага.
жесть какая-то. Ну ладно. Теперь, когда у меня есть дудка, ну ничего хорошего из этого не получается все равно. Врагов нету, может быть, я иду не туда. Ну, блин, я не знаю. Нет, там... Если там есть проход, значит, нам как-то туда надо попасть. И пока возвращаться не вариант. Ну, что ты тупишь? Так, 9004. Ладно, нажмем рычаги, может быть, это что-то даст нам. Ну, пока нас только убивает это. Угу. Если я прыгну, я разобьюсь. Ах ты говна кусок, вы посмотрите на этого умника. Это что за дерьмо? Да. Фиолетовые твари. Да сдохнешь ты. Наконец-то. Что это за место? Сколько тут путей? Угу. Ага, отсюда я пришел. Если я нажму этот рычаг, то камень покатится. Если это, конечно, камень. Нет, он его кинет. Я отойду. Я отойду. Мне это никак не помогло. А за тобой что-нибудь есть? Ох ты. Коллект это мюски. Что за дерьмо? Наверное, офигенный секрет, может быть. Ладно, наверх. Так наверх. Здоровья-то мало. Замечательно, просто зажали. Сейчас сдохну, печаль.
Приколите? Сейчас сдохну. Один удар, но никуда не годится. Ха-ха, меня застрелили. Ну и где я начинаю? Ну хотя бы так, хотя бы. Много умираем. Ну сейчас, я думаю, с ними полегче будет справиться. Здоровье как-то больше стало. Да-да-да. Все равно вы сдохнете. А здоровья уже меньше. Ладно, подождем их. Вас должно быть четверо. Ух, еще одно перышко осталось. Как меня бесят их взрывающиеся стрелы. Ну, погнали. Сейчас дверь откроется, я думаю. О, это он? Это ящик Пандоры? Пойду вокруг обойду, посмотрю, может, какой ящик есть другой, некоторые Пандоры. Ну, что-то его колбасит. Нашел, что взять. Сокращенный путь. Да, тут никого не было давно. Хотя, конечно, на меня монстры могут напасть даже здесь внезапно. The wrecked bodies of those who had gone in search of Pandora's box lay before him, and at once Kratos knew who was responsible. For this was not the first time he'd seen the ruined Ares, and his minions had left in their wake. Kratos had experienced it firsthand years before. The youngest and boldest captain in the Spartan army, Kratos inspired fierce loyalty in his men. It had always been enough to carry them through any battle. Until this day. The barbarians to the east numbered in the thousands.
and descended on the Spartans without mercy. The battle lasted near hours. The discipline and training of the Spartans did little to stem the tide of the merciless barbarians. The soldiers faced a massacre, while their young captain faced the end of his brilliant career and his life. But to Kratos, victory was worth any price, even his soul. Ares! Destroy my enemies! And my life is yours. That desperate call for aid would come to haunt Kratos for all his days. By the gods, what have I become? Вот оно как. Так, берем синенькую. Знакомая дверь. Угу, теперь, наверное, сработает этот кристалл. Ну, во всяком случае, я надеюсь. Сработал. Конечно. У меня все работает. Вот так примерно. Ну, наконец-то. Придется опять включать. Ну, сейчас мы опять не добежим. И так раз 10, да? Но оно тухнет. Я не знаю, что делать. Череп у меня есть. В чем прикол-то тогда? Кое-что проверить, так что мне надо. Я пропустил вот этот проход. А, понятно. The door is locked. Окей. Сейчас догоню колесо, потому что не вижу его, и оно меня задавит, даже катясь не в мою сторону. Вот весело будет. Ну, всего-то до лестницы нужно добраться. Ха-ха-ха!
Как, если там под водой? Я должен уметь нырять. Но я не умею нырять. Я вернулся назад. Может, я все же умею нырять? Давайте зажмем какие-нибудь кнопки. Нет. Что бы я ни делал, я не умею нырять. Надо спустить воду. Как вариант. Вот, надо было сохраниться, а теперь опять будет длинная часть, потому что я не знаю, что делать. Сейчас пока сделаю этот круг по новой. Что это за место? Ага. Ну, типа, это будет долгий круг, который мне ничего не принесет. На, нырять. Как мне нырять? Тут я получил способность. Можно на этом покататься. Все, я понял. Давай назад. Хотя нет. Давай дальше. Надо к камню. За место. Ага. Короче, мы камень поставим, он пустит луч и что-то откроется. Скорее всего, так. Других вариантов у меня нету. Не просто же так там камень свет пускает. И, кстати, мы у сейва. Ну ладно. Что-то происходит? Ах, походу нет. Или мне надо выжидать момент. Но там ничего не шевелится. Ладно, давайте, наверное, сохранимся. И продолжим уже в следующей части. Но пока всем спасибо за просмотр, удачи. И пока, увидимся.